сотрудниками Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России совместно с коллегами из Рязанской области и при участии регионального УФСБ России, а также Росгвардии были задержаны 5 человек, которых подозревают в совершении заказного убийства директора крупного транспортного предприятия. Установлено, что в сентябре текущего года в Спасском районе Рязанской области в автомобиле на обочине дороги был обнаружен труп мужчины с несколькими огнестрельными ранениями. По данному факту Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. По имеющейся информации, двое неизвестных стояли у машины с открытым капотом и просили помощи у проезжающих мимо водителей. Как только предприниматель остановил свой автомобиль, один из злоумышленников несколько раз выстрелил в него из пистолета. В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый организатор, который ранее был знаком с погибшим и имел с ним деловые отношения, исполнители, двое их соучастников задержаны в Московской области и в Рязани. Один из злоумышленников ранее неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за убийство. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. За что судимость получили? 159, 158, 175. А еще? 105. Сколько отбыли лет в местах лишения свободы? 9,7, по-моему. А ходок-то вообще сколько было? Одна. Сразу за все? Да. Здесь что делаешь? По работе. Все. Откуда родом? С Георгиевска. Какая область? Ставропольский край. А здесь что делаете? Ничего, работал. Кем? Никем. Торговали мы. Фирма у нас была, мы занимались этой. Инвестиционная фирма. Ты инвестор, что ли? Нет. Мехом инвестиционная фирма и мясом занимались. Сотрудниками полиции за что задержаны, как думаете? Не знаю, когда сейчас. А когда еще? Нет, не знаю за что. Просто так, что ли? Не знаю, я ничего такого ни криминального не совершал. Открываем, полиция! Полиция, открываем дверь! Правую руку за спину. Пока что не едем, сейчас дадим адрес. Ага, я понял. Одежда где? Ну, в комнате. С нами пойдешь. Хорошо. Контроль. Хотя, в принципе, все, пока. Давай, крепим пока, сейчас подпустим на него. А потом тогда его. На выходе разлиться, оденем. Пока застегните, потом один.
Рустам. Сюда тяни. Пожалуйста. Оружие, боеприпасы, мортиры. Что по стандарту смотрят? Запрещенные. Еще нет. Что случилось, скажи. Так, голову отвернусь. Только стану. Ребят, на кухню вытащить. Так. Коль...